הולך לדבר מספר שאנחנו לא ממש משתמשים במסרים, זה ספר דניאל. И сегодня я буду говорить из книги, которую мы не очень используем в наших проповедях. Это книга пророка Даниила. Иногда мы, мы будем использовать ее как вступление. Они пишут Руцелагид. А балаган, я хочу сказать, что тот балаган, который сейчас происходит во всем мире, это испытание, которое Бог послал всему миру и верующим, и неверующим. И очень важно пройти все эти вещи с чистотой. ואני בטוח שכולנו מושפעים באמוציות שונות. Я уверен, что все под влиянием различных эмоций. אבל צריך לא לעשות צעדים מהירים, לחשוב, להתפלל, לדבר, עוד פעם להתפלל, ואז לעשות החלטות. Но нужно не поддаваться спонтанным каким-то шагам, нужно молиться, ожидать и потом опять молиться. И также советоваться с другими. И очень важно также сохранять свой статус, свой стандарт, который у тебя есть в Боге. И если мы уже говорим про Даниила, то этот человек занимал различные позиции в Вавилонском царстве. И он постоянно подвергался различным испытаниям и искушениям с разных сторон все время. Но этот человек, он был настолько прочным в своей позиции Божьего человека, что неважно, что происходило вокруг, он всегда оставался верным Богу. И почему именно Даниил? Даниил очень эсхатологическая личность. И я сейчас очень много читаю из книги пророка Даниила, потому что новости, которые я смотрю и слышу, все, что происходит в мире, очень напоминают мне то, о чем говорится в этой книге. И на самом деле мы не совсем понимаем, в какое время мы живем, это действительно правда. И здесь Божий голос призывает нас к одному: не бойся. Укрепляйся во мне. Укрепляйся во мне. И я могу сказать, что в таких испытаниях очень важная вещь — это братолюбие. Вы знаете, что такое братолюбие? Когда мы отпускаем любые ссоры, и мы уповаем на молитву наших братьев, и вдруг Бог настолько вкладывает силу в молитву, когда ваши братья и сестры молятся за вас из-за любви, из-за братолюбия. И происходят чудеса и знамения. Я сейчас хочу читать из книги Даниила, 9 главы. Псуким мештаем от шева. Со 2 по 7 стих. Бешнат эхад лемалхуто шел Ахашвирош ани Даниэль бенити бесфарим миспар хашаним ашер ая дабер Адонай эл Ирмия ханеви лемалхут лехаравот Ярушалаем 70 шана. ואתנה את פני אל אדוני אלוהים לבקש תפילה
ותנחונים בצום ושוק ואפר. והתפללתי לאדוני אלוהי והתוודע ויאמר, אנא אדוני חיל הגיבור והנורא, שמר חברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוות. חטאנו ואבינו וחרשנו ומרדנו וסור מצוותיך וממשפטיך, ולא שמענו אל עבדך הנביאים אשר דיברו בשמך אל מלאכינו, שרינו ואבותינו ואל כל עם הארץ. לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים כיום הזה. לאיש אדוני וליושבי ירושלים ולכל ישראל הקרובים והרחוקים בכל ארצות אשר חתכתם שם במעלם אשר מלאו בך. В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и умолением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, исповедался и сказал, «Молю Тебя, Господи Божий, великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали, отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны». У Тебя, Господи, правда, у нас на лицах стыд, как день сей. У каждого иудея, у жителя Иерусалима, у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их, за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. Если мы еще раз посмотрим на пятый стих, אז בעצם אלה שמכירים סידור ותפילות ליום הכיפור, те, которые знают, что написано в сидуре, сидуре Йом Кипур, молитвах на Йом Кипур, ובמיוחד בתפילה כל נדרי, особенно молитва, которая называется כל נדרי, זה בעצם הטקסט שלה. Это и есть этот текст. חטאנו, אבינו, פשענו לפניך. Согрешили мы, поступали беззаконно перед тобой. זה לקחו ממש ישירות ממה שכתב דניאל. Эту молитву взяли из того, что написал Даниил. ואם אנחנו מסתכלים, если על מה פשענו ועל מה חטאנו ובמה הפכנו והלכנו, כתוב ממצוותיך וממשפטיך. Если мы посмотрим, в чем мы согрешили, где мы поступали беззаконно и действовали нечестиво, то написано, что мы отступили от заповедей и от постановлений. וברוסית זה ממש לא כל כך רואים את הקטע הזו, אבל בעברית כתוב ממצוות וממשפטים שלך חטאנו. На русском не очень точно перевели, но если мы переведем дословно с иврита, то написано, что мы согрешили против твоих заповедей и против твоих судов. Постановление. Постановление. Так мишпатим. Написано, постановление. Кен. Мишпатим. Постановление. ואני רציתי לדבר קצת, מה זה מצוות, מה זה משפטים, מה שוני ביניהם. Я хотел поговорить, что значит постановление или предложение, и что значит заповеди, и какая между ними разница. אנחנו יודעים, אני חושב שזה קצת תיאוריה, וטוב לנו להכיר אלה שלא מכירים את המצב, את הדבר הזה. И может быть это немножко теория, и нам очень полезно узнать ее, те, которые не совсем знают. מצווה זה משהו כללי, איזשהו מצוות שאלוהים נתן לעם ישראל. Заповедь это что-то общее, какие-то заповеди, которые Бог дал народу Израиля. אבל מצוות מתחלקות לשלושה סוגים. Но заповеди разделяются на три части. יש ביניהם מה שנקרא משפטים. Это постановление. Есть עדויות. Есть свидетельства. ויש חוקים. И есть законы. ולכל מהסוג הזה יש את ההסבר משלו, מה זה בדיוק. И все эти три вида заповедей имеют свое объяснение, что это значит. אז הבנתם. Поняли, да? מצוות מתחלקות לשלושה סוגים. משפטים, תגידו אחריי. Заповеди разделяются на три вида. Первое – это постановление. משפטים. Постановление. שנית.
Второе свидетельство. И третье – законы. Что значит постановление? Постановление – это что-то очень ясное в каждом народе, в каждой нации. Как относиться к человеку? Не красть, не убивать, не прелюбодействовать. И там есть различные объяснения, которые есть в системе законодательной каждого народа. И то, что мы изучаем из истории и археологии, все, что связано с частью законов, было с частью постановлений, это они были достаточно похожи также и у других народов, которые жили вокруг Израиля. Иногда в толковании была какая-то разница, но в основном основа была одна и та же. Например, у египтян прелюбодеяние было намного больше грех, чем убийство. И то же самое было у палестинцев. Ой, филистимлян. Политкоррект. Как мы это знаем? Атем зухрим ситуацию, что кару гам им Авраам Авину, гам им Ицхак. Помните ситуации, которые происходили с нашим праотцом Авраамом и с Ицхаком? Шекама паамим ая мацав, ше эм кару ле иша шелаэм зот ахоти. Помните, когда они называли своих жен, это моя сестра? Атем зухрим это помните, да, эти ситуации? Ки эм амру, ледугма, Авраам амар ле Сара, о Ицхак амар ле Ривка, тагиди ше ат ахоти, ки им тиду ше ат ишти, яргу оти, ве итхатну. Потом Авраам сказал Саре, Исаак сказал Ривке, пожалуйста, скажи, что ты моя сестра, потому что они боялись, что если узнают, что это их жены, то они их убьют, чтобы забрать, чтобы не было прелюбодеяния, лучше убить. Потому что они думали, что тот потоп, который постиг землю во времена Ноя, пришел именно из-за прелюбодеяния. Но и кроме вот этих вот различий, в основном законы были примерно одни и те же. Не убивай, не кради, если ты украл, то дай компенсацию и вот все такое. Понятно, да? Второй вид заповеди – это свидетельство. Что-то, что свидетельствует о тебе, что ты избранный народ, и вот это определенное принадлежит только тебе. И это ты не найдешь у других народов. Скажите, о чем говорится? Шаббат, кашрут. Охель, кашрут, шаббат, хагей Исраэль. Все, что связано с обрезанием, шаббат, кашрут, все это только находится у Израиля. Например, сейчас, может быть, даже можно эти вещи найти у других народов, но в древнем мире точно все знали, что это принадлежность евреев, сыновей, потомков Авраама. Что значит законы? Это еще одна часть заповедей, которую очень сложно понять.
То, что касается законов, ты можешь, это что-то очень непонятное. Ты можешь до завтра пытаться дать толкование, почему именно так Бог повелел делать, и ты логического объяснения, может быть, так и не найдешь. Ледугма, анахну курим мицва аль пара адума. Например, есть заповеди о рыжей телице. אתם זוכרים, פרה אדומה. Помните, рыжая телица. היו בוחרים פרה אדומה, שורפים אותה. Выбирали рыжую телицу, которую потом сжигали. והיו לוקחים מהפר שלה. И брали пепел от этой телицы. מערבבים את זה במים. И смешали ее с водой. והקד הזה, קד ענק, עם המים שמעורבב בו, הפר שלה, פרה אדומה, היה המונח... И вот эта огромная емкость воды, которая содержала в себе пепел от сожженной рыжей телицы, ставили у входа в скинию собрания. И потом, когда Шломо построил храм, также ставили ее у входа в храм. И в этой емкости были небольшие отверстия. И вода немножко как бы брызгалась на входящих. Поэтому, если ты проходил, заходил в скинию или в храм, просто ты не мог пройти, чтобы пару капель на тебя не брызнули. И согласно тому, что Господь сказал Муше, эти несколько капель очищали тебя от всякой нечистоты. Вы понимаете, что я рассказал? И если мы возьмем вот эти три вида заповеди и особенно пытаемся рассмотреть в свете сегодняшнего дня, то мы видим, что все, что касается постановлений, оно действенно и до сегодняшнего дня, и ничего там не изменилось. Хочешь проверить, изменилось или нет? Выйди на улицу, дай кому-нибудь по морде, через пару часов ты найдешь себя сидящим в тюрьме. Все работает как часы. Все, что связано с свидетельствами. Есть, которые соблюдают, есть, которые нет. Есть, которые соблюдают таким образом, есть, которые другим образом. Мы здесь, в общине Шавей Цион, соблюдаем заповеди относительно свидетельства. Все, что связано с обрезанием, праздником Израиля, Шаббатом и Кашрутом, нам это очень важно. Так мы решили с нашими лидерами, старейшими общинами, так это написано в нашем уставе. Что такое законы? Что связано с третьим видом заповеди, закона? Сегодня уже нет рыжих телиц. То нам не нужно как-то очищаться посредством Бога. Я думаю, что новый закон — это заповедь. В наше время именно заповедь о законах изменилась на то, что мы должны верить в Иешуа и посредством Его очищаться. И это связано с законом, да. С третьей частью заповедей. Вы поняли или нет? Шломит, а орхим шелану ивину это? Мецуян. Аз.
Ну. А, за нахну хозрим ли Даниил? Мы возвращаемся к Даниилу. Я сказал, сейчас это будет часть теории. Сейчас мы возвращаемся к Даниилу. И в 5 стихе написано. Хатану, вавину, вехарашну, вемарадну, весур, мимицвотеха, вемимишпатеха. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали, отступили от заповедей твоих и постановлений твоих. Кломар, уломит яхес, лейдует велихуким. Он здесь не относится к свидетельствам и к законам. Уломи даберше, анахну ло шамарну шаббат, о асину бритмила, ло машима ам Исраэль базе. Он не говорит, прости нас, Господь, что мы не соблюдали шаббат и не делали своим детям обрезания. Он в этом не обвиняет народ. И он также не, не накладывает вину на народ за то, что не соблюдали заповедь о рыжей телице. Но он обвиняет народ Израиля, то, что отступили от постановлений, от этих базисных вещей. Вы умер бегляль зе, а те маитим... И он говорит, именно из-за этого вы были выброшены в вавилонское пленение. Что я хочу сказать? Бог достаточно милостивый. Согласно, когда речь идет про свидетельства или законы. Если это открылось тебе, то делай это, и это будет благословенно в его глазах. Но что на то, на что Бог очень тщательно смотрит, это то, как мы относимся друг к другу. И из-за этого он наказывает народ Израиля и также другие народы. Но если мы плохо относимся, сплетничаем, ругаемся с людьми, обижаем их, делаем всякие плохие вещи по отношению друг к другу, то Бог на это смотрит очень жестко и внимательно. Если мы прыгнем в историю, и мы смотрим на два גלות ושני פעמים שעם ישראל היה מפוזר בזמן בבל ובזמן אחרי חורבן בית המקדש השני. Если мы посмотрим на два великих рассеяния, которые пережил народ израильский, это вавилонское пленение и рассеяние после разрушения второго храма. אנחנו נמצא שבשורש של כל הדברים היה בוז ביחס בין בני אדם. То мы посмотрим, что корнем этой проблемы было плохое отношение друг к другу. Если первое, которое называется Вавилонское рассеяние, Вавилонский плен, посмотрим на него. То историки говорят, что это произошло из-за того, что народ израильский поклонялся идолам. Аваль, коля авудат элилим эле, а это нефехет. ליחס רע לבני אדם, כי שם היה מלא זנות, והיה מלא, מלא דברים לא נקיים, פשוט שוברים את הניקיון של העם. И все это идолопоклонничество, оно также сопровождалось ненавистью друг к другу, прелюбодеянием, развратом и беспричинной ненавистью. ואם אנחנו מסתכלים למה השתחוו אנשים לפני
Пизур Левавель. И если мы посмотрим, к чему поклонялись люди до вавилонского рассеяния, все это было связано с сексуальными оргиями и с похотью. ואנחנו יודעים, פשוט מהיסטוריה, כשבן אדם יורד למקום איפה יש הריסה מורלית, אז שם יש כל מיני חטאים, הם קופצים פשוט באותו ועד. И если мы смотрим из истории, что если человек просто спускает свой уровень морали, то все это сопровождается всеми остальными грехами. וזה פשוט קורה ימינה ושמאלה. И это происходит направо и налево. אם אתם, לא יודע, הלוואי שלא, אבל אם תסתכלו על חיים של אנשים שבזנות, אז יש שם גם סמים, גם גניבה, גם אלכוהול, גם מרביצים, כל מיני דברים שקשורים להפירת של חלק משפטים. Если вы посмотрите на женщин, например, которые занимаются проституцией, то это не только проституция, она сопровождается обычно наркотиками, дракой, то есть все вот эти вот проблемами и грязью, которые сопровождают это. Все, что произошло после разрушения второго храма, говорят, что это произошло из-за беспричинной ненависти. И мы можем сказать, мы зная Новый Завет, можем сказать, что это также была беспричинная ненависть к Мессии. Но в истории мы читаем что-то непонятное. Вы знаете Иерусалимский университет? Он находится на Гара Цуфим, на горе Наблюдательной горе. Вы знаете, почему эту гору назвали именно горой, Наблюдательной горой? Армия Тита, когда хотела завоевать Иерусалим, они пришли на это место. И с этого места они увидели, как две больших группы евреев борются друг с другом и убивают друг друга. Тогда Тит сказал: «Постойте, давайте подождем некоторое время, они сами друг друга перебьют, сделают за нас работу. Давайте мы просто будем наблюдать». Это история второго храма. Это показывает нам, что люди настолько ненавидели друг друга, что они убивали друг друга. И это также нарушение части заповеди, которая называется постановление. И опять-таки я возвращаюсь к этому. И я верю, я думаю, что большинство из нас верят, что именно часть свидетельств очень важна для нас. Свидетельство того, что мы принадлежим народу Израиля. Обрезание, кашрут и праздники. Это связь, которую сложно описать, это что-то мистическое, что связывает нас с Богом. זה מאוד חשוב ועקרוני שיש לנו חלק של חוקה שאנחנו מאמינים בכפרה של משיח. Это очень важно, что у нас есть части заповеди, когда мы верим относительно все, что связано с Мессией. אבל אני עכשיו מדבר על משהו פשוט יותר, משפטים, איך אנחנו מתייחסים אחד עם השני. Но я сейчас говорю о более базисных вещах, о том, как мы относимся друг к другу. ואני מודה לאלוהים. Я благодарю Бога. אם קפץ פה בקהילה פעם או אי פעם רכילות, מאוד מהר זה היה נכבה. Я благодарю Бога за то, что если когда-то в общине у нас пошли какие-то слушки и сплетни друг про друга, то очень быстро это как началось, так и закончилось. אם יש איזשהו קפיצה או פריצה של
Если есть какой-то взрыв зависти, или, то нас как это зажглось, так это и погасилось быстро. Благодарю Бога за то, что у нас никогда не было воровства или что-то с этим связанного. Но я говорю вам, потому что ваша жизнь не всегда связана с жизнью общины, вы находитесь в различных местах. И Бог смотрит на вас в разных местах, там, где вы находитесь. И есть люди, которые говорят совершенно ошибочно, что все в Мессии мы освобождены от разных заповедей. Но даже когда они говорят это, они все равно делают то, что принято обществом. Маше Катув, Иешуа умер, Мишу Мея Милим Шили, в Мицвота и Асе, они в Авинагия, в Нишконецель Бенадамазе. И то, что Иешуа сказал, слушающий меня и соблюдающий мои заповеди, то я и Отец, мы прибудем с ним. Аз ине они мамших. עם הקטע של דניאל, כשהוא מבין שהוא חייב לחזור בתשובה. И вот я продолжаю из книги Даниила, когда он понимает, что ему нужно покаяться. ואומר, חטאנו, אבינו, פשענו. Он говорит, согрешили мы, приступили твои заповеди. הוא פשוט בעיניי, איך אני מפרש את זה. И как я думаю, он это толкует. הוא פשוט לוקח זכוכית מגדלת. Он просто берет увеличительное стекло. ומביא לנו. И приносит нам. שאנחנו נוכל עם זכוכית מגדלת להסתכל על כל יום שאנחנו חיים. Чтобы мы через это увеличительное стекло могли смотреть, как мы живем каждый день. חטאנו. Согрешили. חט זה סטייה מהמטרה. Грех — это пропустить цель. כלומר, אתה רואה משהו נכון. Ты видишь что-то правильное. אבל פתאום כל מיני דברים קופצים בתוכך, ואתה סוטה מהכיוון. Но вдруг что-то возникает на твоем пути, и ты уходишь с правильного направления. אבינו. Мы были виноваты. Виноваты. אנחנו שמענו מה תורה אומרת בברור. Мы ясно поняли, что говорит Тора, но истолковали это так, как нам удобно. Не слышали голоса твоих пророков. Все, что на сегодняшний день это голос пророков, это то, что говорится с кафедры, там, где провозглашается Божье Слово. Или то, что вы читаете в Божьем Слове. Или вы слышите в интернете. То, что может исправить нас. И вести нас правильным путем. Мне очень понравилось это место Писания, которое процитировал Рами из притчей. שאם בן אדם מתהלך בדרך אלוהי, אז אפילו אויביו הוא מפייס איתו. Что если человек идет Божьим путем, то и его врагов Бог примиряет с ним. אם אנחנו נתהלך במשפטים של אלוהים, если мы будем ходить в Божьих стандартах, Его заповедях, тогда мы увидим много благословения в нашей жизни. И Божий суд не придет на нас. Я вас хочу попросить встать. Отец наш Небесный, благодарю Тебя за Твое Слово. И я молюсь, Господь, чтобы каждый мог смотреть на себя сейчас
יכול להסתכל על האופי שהנה הגעתי לגיל כזה ואני כך וכך וכך. Чтобы мог смотреть на то, что мы достигли какого-то возраста и в каком состоянии мы находимся. Как я отношусь к людям? Что возникает в моем сердце? Что развивается в моем сердце? Не написано ли в книге Матфея, что если ты хочешь лаволи и штаховот лейлухим, ופתאום מוצא בתוכך משהו נגד אחיך, תעזוב עבודת אלוהים. לך תעשה שלום עם האח. Что если ты хочешь принести дар Богу и вспомнишь, что брат твой имеет против тебя, оставь твой дар, иди прежде примирись с братом твоим. אני מתפלל עבור כל אחד מאיתנו. Я молюсь за каждого из нас. וגם עבור משפחות שלנו. И за наши семьи. כי לפעמים בחוץ אנחנו אנשים הגונים. Потому что иногда мы внешне считаемся хорошими людьми. אבל בבית שאף אחד לא מסתכל ולא רואה. Но в доме, который, когда нас никто не видит, то мы нарушаем все заповеди и постановления. И мы разрушаем связь с нашим мужем, нашей женой. ואנחנו נותנים למשפטי אלוהים להיכנס ולהרוס אותנו כמעט עד אפס. И мы даем возможность врагу зайти и разрушить нашу семью почти до самого конца. Отец наш Небесный, я молюсь, чтобы ты сохранил нас от этого. И если мы уже находимся в проблемах в семье или с какими-то нашими знакомыми, я молюсь, Господь, чтобы ты дал покаяние и исцеление. Как сказал Даниэль, мы согрешили, мы отступили от твоих заповедей. Отец наш Небесный, я молюсь, чтобы ты дал нам ходить в страхе твоем. אני קראתי בפייסבוק לא מזמן ביטוי של רב אחד. Я прочитал в Фейсбуке недавно выражение одного раввина. והוא אמר ככה: יראת בני אדם מביא בלגן והרס. И он там сказал: страх перед людьми приносит разрушение и хаос. ויראת אדוני מביא סדר וברכה. А страх Божий приносит порядок и благословение. אני מתפלל על יראת אדוני משמיים. Я молюсь за Божий страх с небес к нам. ואני מתפלל על תיקון ונסים. Я молюсь за исправление и за чудеса. אני מתפלל שלא נעמוד בגאווה, אני צודק. Я молюсь, чтобы мы не стояли в этой гордости, только я прав. לפעמים הדבר הזה הוא כל כך הרמומי. Иногда это настолько разрушительно. Это как змей в Эдемском саду. Правда, так сказал Бог? Разве ты не прав? Разве ты не права? Только я прав. Только я знаю, как надо поступать. Отец наш Небесный, я молюсь, чтобы ты вмешался и разрушил всякую гордость в нас. Помоги нам взращивать то доброе начало и всячески уничтожать злое начало, которое есть в нас. В Римлянах 8 главе написано: благодарю Бога, что в Мессии у меня есть сила одолевать злое начало. Я молюсь, Господь, чтобы те, которые сражаются со злым началом, получили силу в Господе Иешуа. Я молюсь за мир в наших домах. И исцеление любых разрушенных отношений. Во имя Иешуа Мессии. ואמרו אמן. אמן.